А перед началом данного видеоролика хочу вас попросить подписаться на мой канал. Моя цель до лета набить 100 тысяч подписчиков. Ребят, я надеюсь, вы мне в этом поможете и подпишитесь на канал. Заранее, ребят, всем огромное спасибо. И всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Рашер, и это новая серия рубрики «Дети-бомжи». Всем, ребята, приятного просмотра и приятного аппетита, кто кушает. Ой, так, ладно, быстренько просыпаемся, так, Персик, ну ладно, Персик, мы с тобой потом погуляем, сейчас быстренько сгоняем тогда к Рончике, Фактору, я не помню, как там третьего звали, ну как ты его звали, короче, так, быстренько, Фактор, просыпайся, братанчик, просыпайся. Блин, чё такое? А где Ронни, где вот этот вот, который у вас там, я не помню, как его зовут. Да я сам шут, короче, они ушли. Я потом еле-еле услышал, я потом сразу же заснул. Они, короче, в бар пошли там выпивать, там немножечко все дела. Офигели. Ну ладно, тогда давай мы сегодня с тобой бизнесом займемся. Сейчас мы с тобой потопаем к дяде Мише. Думаю, у него купим парочку автомобилей, наверное. Ну, права у тебя есть? Ну, или умеешь водить хотя бы? Ну, так, чуть-чуть, умею, чуть-чуть вообще. Ну вот, бабки есть? Ну, да, конечно, как всегда, в принципе. Ну, вот, значит, ты покупаешь, все, побежали тогда. Ну, давай сейчас быстренько. А, ладно, давай пешочком, машину трогать не будем, чтобы топливо не тратить. Сейчас у дяди Миши все закупим. Только... Да, давай. Чё за тачка? Ладно, тут тачку бросил, но пофиг. Ну, давай-ка ладно. Сейчас. Так, дядь Миша здесь? Дядь Миша, нифига себе поднялся. Короче, нужно два автомобиля. Там самые такие дешевенькие, просто автомобили. Ну и топливо желательно. Сколько будет стоить? Ну давай, подожди секунду, так, у меня есть лом. Как думаешь, сколько там будет? Тихо-тихо-тихо, это не я. Слышь, тут какой-то, короче, щелик пробежал, что-то. Вот это. Вон там пацанчик что-то пробежал, все забрал. Я сам офигел, думаю, что он делает. Давайте тащите ему там. Ну, короче, ладно, дядь Миша, давайте-ка. Да нет, у меня ничего, подождите. Короче, давайте, а два автомобиля мне нужно. Из тебя комп торчит. Ё-моё, реально что ли? Да. Ну. Видно. Ну, это вот это. Ну, это точно не я. Ну, комп, может, мы взяли, да, но Моники точно не мы. Вон тот пацанчик, видите, к вам бежит. Я он. Просто случайно подобрал, он, короче, Да. Ну, короче, да ладно, давайте, нужно два автомобиля и топливо. Сколько будет стоить? Давайте быстренько говорите. Ладно, вот, отлично. Я оплачу все это? Дела. И что это? Какие-то коробки, мы поняли. А машины где? Ой. А, это коробки, походу, для бензина, ё-моё. Я не знаю, что это за коробки, но какие-то это коробки. Ща, ну... Что у вас, дядь Миш? Что у вас? Нет машины, что ли, или что? Ну что, нету в наличии? Просто смарткар мне нужен, просто смарткар. О, спасибо. Типа поставить? Тоже не работает. О, да, именно. Так, топливо можно, пожалуйста, еще? И сколько будет стоить? Ну, в принципе, это для того, чтобы кто-то их арендовал, все такое, нормально пойдет. А топливо можно, пожалуйста, сколько будет стоить? Можете сразу цену назвать? 50к? Фактор? Действуй, плати. Ну хочешь, так, я могу заплатить, так уж и быть. Давай я заплачу. Давай за одну машину я заплачу, за другую ты. А, ну давай тогда. Все, вот я за одну тачку плачу. Я уже заплатил. Зачем вы мне деньги обратно кидаете? Я уже за все. Это твои факторы, значит, не мои. Я ему заплатил. Ну все, и бензин, пожалуйста, бензинчик. Так, ну это тогда за бензин тоже. А у меня уже откуда-то есть бензинчик. Не надо столько накидывать. Стоп, не надо столько. А где тут? Куда заправлять-то? А, во, что-то не вижу нифига. Ну, сейчас хотя бы заправлю, и погнали с тобой, Фактор, тогда сгоняем быстренько в офис. Так-то подумай, нам сегодня особо много чего делать не надо. Сегодня мы с тобой просто так отгоним эти тачки, ну и думаю, в принципе, да. На сегодня... Дядь Миш, ну чё мне украли-то тачку? Где тачка-то? Тачку сперли. Дядь Миш, верните, мы заплатили вам. Мы же вам заплатили. Реально, а права есть? Конечно есть, дядь Миш, вы чё, конечно есть. Вон, я могу показать, вон мои права. Во-во-во, смотрите, так... вот мои права. Ой. Что-то я как-то это подзабыл, как управлять правильно. Давай, ой, давай со мной, смотри, учись просто, давай. Давай, ага. Все, ага. поехали. Все, поехали тогда до нашего бизнеса. Все, дядь Миш, да, давайте. Так, что-то тачка стоит, что-то мешает, надо как-то объехать ее вот так вот. Так. Кто так припарковал? Я не вижу нифига. Я тут немножко врезался, ну ладно. А нафиг. Слышишь, может, тачку тоже себе заберем, как думаешь? Так я ее уже убрал, так сказать. А, что-то за нами здесь Миша бежит, мне кажется. А что ему надо-то? Ладно, пофиг. Ладно. Погнали. Поехали. Где моя... Ой. Ты куда убрал-то? Его тачка была. Ой. Ой. Блин. Ну ладно, значит, ничего страшного. В принципе, пофиг. Я ее сломал, в принципе. А, да ты гений. Ну ладно, куда... Да. А где здесь наш офис-то? Я сам и не помню вообще, где тут, чё. Вот. Да, ну я вроде как что-то как-то... А, во, все, я уже вспомнил. О. Тут только парковочки, конечно, нету, но ладно, печально. Потом я что построю? А? Потом я что построю? А, хорошо. Давай вот здесь я припаркую свою машинку. Так, а ты где-нибудь сам ищи, где припарковать? Вон вниз, что-то такое. Это метро, что ли, или что? Ой, какой флаг, конечно, ну ладно. Ух ты, ничего-то, кстати, здесь, ну ладно, все. Погнали быстренько сейчас наш офис поднимемся, а ты где? Давай. Все, погнали так, сюда, вот так вот.
Ой-ой, что там цена? Подожди, сколько? А что так дорого-то? Лям баксов? Нифига себе! Надо. А, кстати, мы же сперли у него, теперь у нас хотя бы какой-то компьютер будет. Ты же ему комп не отдавал? Так нет, как раз ему отдал, типа, чтобы не болеть. А, комп ты ему отдал? Ну ладно. Я у него, короче, что забрал-то? А, ну я только вот это забрал, только монитор и клавиатуру. Куда здесь поставить? Это что у нас такое? Нормально, потом комп я куплю. А, это ресепшн какой-то. Ну давай здесь вот так вот поставим, все. Компик все. Уже неплохо. Здесь у нас что? А, ну здесь чьи-то... Ну это мое место. Я как бы директор у вас, не забывайте, да? Ну да, да, да. А где мой кабинет? У тебя вот тут рядом. Вот это вот, здесь? Да. А. Ё-моё. Чудо сучи, как это валится. А где? А вот твой кабинет. Вот твой кабинет. Ты сюда, вот он. Иди, иди. Вот, заходи. Так это туалет. Ты чё, офигел? Нормально. Ты чё, офигел, ё-моё? Нормально, чё ты? Так, да, я сейчас быстренько настрою под себя. Хоть что тут есть? Да, ё-моё, чё не работает? А, компик не работает. А чё за фигня? А компик не хочет работать. Ну и хрен с ним. Чё похавать? Есть у меня что-нибудь? Хочешь кушать? У меня зубчик варится. Зубчик варится? Да-да. Ничего так. Ну вот, здесь будете с Ронни сидеть, у вас тут переговорчики будут. Да, рассказывать. Ричард будет у нас это, сидеть как этот, вахтерша типа? Да, пусть сидит как секретарша моя. Ну может ты, конечно, если хочешь. Нет. А чё, такая хорошая должность. Мне место уже с Ронни выделили, ты чё? Да? Да. Ну ладно. Ну давай сюда, слышишь? Сюда. Быстренько. Тут смотри, стоит, короче, стульчик, можно, в принципе, вот так, ну, опа. Давай. Ну, чуть-чуть подворуем, никто не увидит, надеюсь. Ноутбук, давай. Не, ноут не трогай, все же это, здесь лучше ничего не трогай больше. Там стульчик просто стоит отдельно, пусть он... А куда его поставить? Вот здесь негде поставить. А что у нас здесь так пусто? Вот здесь надо что-то придумать, что можно сделать. Что-то у нас здесь вообще ни хрена нету. Да. Чего здесь можно придумать? Давай эту табуреточку нафиг. А, нет, пошел нафиг, ему и так нормально. Ну, вот да. мне бы, хотя здесь тоже красиво, в принципе. Красивый стуль. А и так вроде как нормально. А кому тебя поставить? Ну давай в туалете поставим, пусть. Вот сидишь, ручки моешь, смотри, как красиво. Кто-то сучит там. Иди. Кто там? Так, здрасте. Ой. Здрасте. Чего хотели? Чего-то хотели? Забыл сказать. Да-да-да, что? Воды нету. В смысле воды нету? Чего? Заплатить, типа? И отопление? Ну, сделаем, чё б нет. Сами подключайте. Да изи вообще сделаем, все, идите. И платите. Ну, давайте я заплачу, в принципе. Давай, сколько платить? Стоять. А сколько? В долларах, у меня просто доллар, к сожалению. Доллары? Только... А в долларах? Сколько? В смысле, ты чё, дядя, охренел, что ли? Вы чё, офигели уже? Не, это перебор. Тогда 5к. Рублей. Не больше. 5к рублей. 5 рублей, не долларов. Долларов слишком дохрена, я так скажу. Он что, оборзел? Слишком, ты вообще офигел. Мне кажется, мы целое здание отапливаем, что ли? Ну, короче, отдаду ему. На, держи. Да нет. Подойди своими деньгами этими тупыми. Ты что, зачем ему столько скинул? Мог бы мне отдать. Мне нужнее. Ё-моё, то пошёл нафиг. Ладно, хорошо. Ну, давай придумаем, может здесь... Не, ладно, это переговорная. Здесь... Вот что здесь можно нафигарить? Вот есть какие-нибудь идеи? Что здесь можно сделать? Да, ну смотри, тут можно сделать... Здесь еще какой-нибудь второй туалетик, допустим, женский. А зачем туалет там? У нас женщина есть в коллективе? Нету. Ну так, если придут кто-нибудь. Да нафиг они нужны, вот общий туалет подойдет, все. Ну, ладно, пофиг, блин. Я думаю, какое-то рабочее помещение здесь нафиг сделать. Не знаю, пока что можно сделать. Можно будет в будущем второй этаж, наверное, выкупить. Давай сейчас поднимемся, посмотрим, что там вообще есть. Сколько там интересно второй этаж стоит? Ой, какой-то он вообще хреновенький. Ну здесь компы какие-то, корпус от компов, как я вижу. Ну ладно. Да, а что в сундуках тут? А, ничего. Ну все, давай. Ой. Все, короче, давай вернемся в наш... Что? Нашел! Загляни в этот сундук. Что? Ноут? Забери. Что? Забери. Моё. Так, ну что там, где? А, ты так как... Вот я тут. Что, ты как-то быстро, ты только что наверху был, ладно. Да, понял. Ну что, больше нам тут с тобой делать нечего, так-то подумать. Я сейчас ноутбук поставлю, нифига себе, в корпусах НКПах как-то нашел. Ну, круто, прикольно, что могу сказать. Вот эту вот фигню надо выкинуть, сторонечко придумал какую-то фигню, пусть... Давай куда-нибудь вынесем. Вот сюда поставь, в центр комнаты, пусть пока здесь. Ну, такая тяжеленькая, поэтому, ну, куда-нибудь, не знаю, вот сюда куда-нибудь. А, заодно поедим, заодно в туалет сходим, прикольно. Ну, короче, давайте сваливать, всем. Все, погнали. Давай, тогда. А, нам придется пешком ведь забираться сейчас обратно, тачки-то мы вот это. Здесь оставим. Может, что-то у дяди Миши скупим? Да у нас есть автомобиль, не забывай, у нас он стоит-то рядом с домом, не забывай тоже об этом. А где, а куда? А куда бежать, я не помню. Вот туда. Не, у нас у дома рядом стоит наша тачка. Но что-то мы ее не взяли, потому что не знаю почему. Что-то не взяли. Ну, потому что мы на этих, в принципе. А, ну это тоже обязательно, как бы, да? О, да. Все, да. Побежали, давай с тобой сейчас. Ну ладно, завтра Ронечка вернется. Будем дальше бизнес мучить. А? Надеюсь.
Ну, посмотрим, посмотрим. Там какая-то хрень летает. Ладно, я только что заметил. Что-то я не помню, что там... Тоже заметил, что кто-то летает? Я прыжок хочу! Ой! Что делаешь? Ё-моё! Я искупаться захотел. Подумаю, сейчас на улице минус там 10, ну ладно. Он мне тоже за тобой сейчас... Ой, а водичка-то тёпленькая, ничего так? Такая, да, в принципе. В принципе, пойдет, ладно. Ну, мы с тобой за сегодня, конечно, купили уже две тачки. Мне кажется, этого достаточно. Пока что можно идти отдыхать уже. Чего нет? Все, мы все сделали. Только мы где-то не там вышли. Что там за хрень бегает? Да кто? Что за паркурист? Что это за руфер-неудачник? Где? Да там на крыше кто-то ползал только что, я видел. Я не понял, кто это. Да-да, какая-то фигня ползала. На человека похож. Чец. Упал, походу, вон что-то, кажется, упал, ну ладно. А, видите, вот наша тачка. Вот это вот корыто. Ну, машина хоть и не особо вот это. Не, ну, в принципе, такая неплохая. Ну, погонять можно. Утопить тоже можно, так что ладно. Ну что, давай тогда. Наверное, кстати, завтра надо все-таки вот это соединить балкончики, чтобы я к вам нормально ходил, а не вот так вот паркурил. Я могу, в принципе, договориться по этому поводу. Да завтра договоримся обо всем. Вот это, там, вызовешь там кого-нибудь вот так, чтобы я не паркурил вот так вот. А то раз, упал, и все, ножку сломал. Так, ладно, давай-ка, сейчас запаркурю, хопа. Ну все, давай тогда, Фактор, спокойной ночи, иди. Давай тогда, я тоже пошел спать, все. Давай. Так, ладно, сейчас быстренько персик надо покормить. Что у меня тут? А, у меня же тут еда с собой, вот так вот. Сейчас персику пусть хоть что-то покушает, тут целый день голодает. Персик, так, вот так, все, кушай. Ну а я пошел спать. А кто досмотрел до этого момента, пишите в комментарии, досмотрел. Каждый, кто напишет, получит меня сердечко.